Для эксперимента наша съемочная группа отправилась по адресу улицы Тимакова, дом 5. Пост об излишне переполненных мусорных баках этого двора появился на просторах интернета на днях. Оказывается, отходы отсюда порой не вывозятся по несколько дней. По 4, по 5 дней. Идешь и каждый раз так. А я вот сейчас иду, вот в эти мусорные бутылочки. Ну, сюда сверху положу, куда мне возвращаться с ним домой. И это все при том условии, что мусорные контейнеры наполняются очень быстро. Лично мы смогли наблюдать, как за полчаса сюда выбросили отходы более 20 человек. Помойку вывозят не постоянно. Ну, конечно, неудобство, запах постоянно. Вот это вот некрасиво все на это смотреть, не эстетично, так можно сказать. Поэтому, конечно, доставляет неудобства. Ветер дует, даже вот в окна квартиры запах этот поступает. При входе в дома, при въезде. В дома она сразу бросается в глаза, можно сказать, карточка двора. Визитной карточкой же дворов должны становиться оборудованные места для отдыха детей и взрослых. Но здесь, как и во многих других районах города, этого нет. Качели на скромной детской площадке давно повреждены в результате земельных работ во дворе. Несмотря на многочисленные просьбы жильцов, их так и не отремонтировали, а взрослым и посидеть даже во дворе негде. Территория вообще большая. Ну, посмотрите, разве есть где-нибудь такая площадка, огромнейшая просто, но она не обустроенная. Даже посидеть лавочки? Вот одна лавочка, да, больше посидеть негде. Зато этой большой зеленой зоной успешно пользуются автомобилисты. По словам местных жителей, в вечернее и утреннее время машины стоят прямо в 3 сантиметрах от жилых домов. Да, да, в этом есть проблема. Ну, потому что много машин, а места мало. Ставить их некуда и во двор не заехать, иной раз даже... Просто с работы едешь проездом элементарно, машина не может проехать, потому что очень много машин. Я не знаю, просто у людей были гаражи, которые вот сносят. Наверное, может, причина в этом. Оказывается, гаражи были снесены для строительства нового жилого дома. Обойдя несколько домов на улице Тимакова, мы обнаружили парковочный комплекс. Неподалеку, оказывается, он здесь есть. Но почему же жители продолжают оставлять свои автомобили прямо на газоне рядом с подъездом, остается загадкой. Либо цена на парковочное место в этом гаражном комплексе слишком кусается, либо это собственная лень. Конечно, проще оставить машину около подъезда и сразу попасть домой. Но давайте прибавим сюда проблему эвакуации. Она, конечно, очистила наш город от автомобилей. Зато теперь они прячутся во многих дворах города. И тогда местным жителям все же стоит задуматься, могут ли они сами что-либо сделать, чтобы улучшить ситуацию около своих домов. Возможно, общее собрание жильцов, размеренный диалог сможет помочь им прийти к договоренностям о том, где и когда каждый из них должен оставлять свой автомобиль.